Наверное, я звучу как умирающий кот. Соседи, не волнуйтесь. Я просто пытаюсь спеть, как Димаш. Привет, ребята. Если вы тут в первый раз, то меня зовут Элиша. Я певица и композитор из Сиднея, Австралия. И сегодня я собираюсь сделать реакцию на артиста, которого я вижу по всему интернету. Долгожданный, сказочный, поразительный. Димаш. Я не буду произносить его фамилию, иначе вы меня все проклянете. Пожалуйста, напишите мне, как это произносится. Обещаю, я потренируюсь. Я никогда не смотрела, как он поет. Это моя первая реакция на видео Димаша. Я так взволнована. Я тут новенькая и много чего не знаю о нем. Вроде бы он из Казахстана. В общем, я мало чего знаю. Но я действительно хочу посмотреть его видео. Все для вас, ребятки. Волнительно. Я даже не знаю, чего ожидать. Также у меня есть блокнотик, чтобы записывать ноты и рассказать о них после выступления. Казахстан всегда гордился и гордится своими талантами. Сейчас на сцену выйдет представитель уже нового поколения казахстанских звезд. Парень, раньше нас, друзья, с вами понял, где больше зрителей, поехал в Китай. И, между прочим, там, внимание, победил в проекте «Голос». В Китае. Классно, что он нашел свою аудиторию. Еще и выиграл конкурс. «Грешная любовь». Впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. «Грешная страсть». Вот как надо было. У людей уже есть какие-то баннеры. Его знают. Меня аж дрожь пробрала. Как из лунного сна. Как от него исходит такой голос? О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Ливни долгие лили. У него столько много эмоций в голосе. Были ночи без сна. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Мне хочется плакать. Огнем пылать в мгле и в ненастье. Дай мне, дай мне. Ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Я тут быстро скажу, у него столько оттенков в голосе. С такого густого низкого. До такого, до красивейшего сладкого тона. И также у него крутая дикция. То, как он произносит все это, наполняя каждое слово своей эмоцией. Это же просто круть. Извините, что прервала. Еще кое-что, извините. Мне нравится аудитория. Ее вообще не слышно. Ниже травы, тише воды. Аудитория просто захвачена его выступлением. Потому что он использует различные звуки. Он не дает нам сразу все в самом начале. Он заманивает публику и управляет аудиторией. Своим вот этим сфокусированным пением.
Боженьки мои! Просто класс! Выпью зелье до дна. И ты вернешь меня из песни в этот мир. Только ты одна. Какого черта? Мне тут нужно остановить. Господи! Я не хотела это прервать, но он унес меня просто в офигительное путешествие. Вначале это были такие мистические ноты. А потом... Что это, вать-машу было? Будто он имитировал музыкальный инструмент. Как ты это сделал? Я даже не собираюсь повторять то, что он сделал. Это ж долбануться можно. И также мне понравилось, как расслабленно ведет себя группа. Они типа, да, это Димаш. И парень с шейкером. Такой обычный пятничный вечерочек. И мне это понравилось. Я думаю, нужно еще раз посмотреть. Также мне нравится, как он вырастает ногами в землю. Это называется привязка. Когда я сама пою, привязка помогает мне больше сосредоточиться на звуке и получить больше поддержки для правильного звучания. Смотрите, как он стоит. Прекраснейшее оперное звучание. Так нежно, но мощно. Я так люблю эти мистические звуки. Он вообще дышит? Посмотрите на то, как работает привязка. Он в прямом смысле использует свое тело. И это ж такая большая нота, которую он пропевает, еще и сдерживает ее.
группа вообще на расслабоне. Пожалуйста, продолжай. Я не хочу, чтобы это закончилось. Да, давайте вставайте. Я сама тоже буду аплодировать Димашу стоя. Видите, я встала, ребята. Боже мой. Он заслуживает таких аплодисментов. Спасибо! Все дарят ему цветы. Гляньте-ка на это. Видел бы эту картину Басков сейчас. Вау! Боюсь, у Коли был бы сердечный приступ. Это ж с ума сойти. Димаш Кудайбергенов, аплодисменты! Спасибо большое. С вашего позволения, я бы хотел бы сказать пару слов и выразить огромную благодарность. Это так мило. Группе Асуди и Пайгалиага. Сізге үлкен-үлкен рахмет. Боже, это прекрасно. Нашу молодежь. И за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Счастья вам! Приезжайте в Казахстан, мы вас любим очень! Я теперь точно приеду в Казахстан. Вы что, шутите? Аплодисменты. Я сейчас не могу с собой унести. Спасибо! Представьте, если бы он сам все это взял и пошел бы. Боже правый. Приглашаются профессиональные сочинские носильщики, чтобы унести цветы Димашу. Да я сама понесу ему цветы. Только кто-нибудь отнесите меня туда. Воу. Я даже ничего не записала. Потому что я была зачарована его выступлением. Матерь Божья! Это было сумасшествие. Это вообще... Свисковый тон. Это слишком. Ребята, это было чертовски... Невероятно. С самого начала он пленит и забирает тебя этим нежным и сосредоточенным вокалом. И под конец ты уже сидишь никакая. Ты не можешь оторвать от него свои глаза. Я даже субтитры не читала, потому что была полностью зачарована им. Реально, это была смесь оперы с поп-музыкой. Не знаю, может, у Димаша есть свой собственный жанр. Пишите комменты и расскажите мне больше о Димаше. Это было что-то. Хоть иди и плачь сейчас. Даже не зная слова песни, он отправил меня в путешествие. Я думаю, это самое важное в музыке. Слова важны, но чувства... Мы все хотим чувствовать что-то, когда слушаем музыку. Я бы говорила вечно, но нужно остановить видео. Спасибо, ребята, за просмотр. Меня зовут Элиша. Скоро увидимся.